Речной вокзал и детская областная больница в Калинине. Улицы города Торжка. Все это стало неотъемлемой частью фильма «Чучело». Ролан Быков, потрясающий актер и режиссер, любил наш край. Здесь он работал над фильмом «Айболит-66». Сюда он приехал и для съемок своей новой картины. Фильм «Чучело» сложный. Он был неоднозначно воспринят и критикой, и зрителями. В главной роли мы увидели 14-летнюю Кристину Арбакайте. О ней ходили разговоры, что она дочь Аллы Пугачевой. Это сегодня пресса рассказала бы о таких родственных отношениях во всех подробностях. Однако в середине 80-х об этом писать было не слишком принято. После съемок фильма выяснилось, что это родство с Аллой Борисовной не единственное достоинство Кристины Арбакайте. И кто знает, может быть, Кристине нужно было выбрать для себя именно кино, а не эстраду. Давайте, прыгайте! Даже не танцуете! Жалко, что не потанцевали. Что ж вы? Ой, какие вы все красивые! Не дети, а картинка. А я чучело! 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 Хорош, котенчик? Ой, извините, простите, Димочка. Забыла вас поздравить с днем рождения. Вот дурочка. Пришла поздравить и забыла. А ты чего с умов отворачиваешься? Страдаешь, что я оказалась предателем? Конечно, тяжело. Ты такой смелый и честный, а дружил с нехорошей девочкой.